И снова здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня демонстрирую самый лучший сварочный инвертор из того, что мне приходилось наблюдать по цене и качеству. Инвертор регулируется от 30 ампер до 200 ампер. Имеется цифровое табло для более точной настройки количества ампер. При длительной работе отсутствует нагрев корпуса, а также его радиаторов. Отлично держит электродуговой разряд. Внизу под видео каждый из вас может оставить комментарий, а также под видео будет оставлена ссылка, где заказывал этот замечательный инвертор. Электрод держу впервые, пару железок удалось приварить. Если кто-то не согласен с этой лучшей моделью, по моему мнению, напишите, пожалуйста, в комментариях, по какой причине и почему. А также укажите лучшую модель сварочного инвертора. Кому понравилось видео, не забывайте ставить палец вверх.